Могилевские предприниматели повеличивают объем укладу в областный бюджет и отходят от традиционного бизнеса. Напередодні дня узнагородження переможцев национального конкурса «Предприниматель года» в область подвела выники развития галины за последние месяцы. Найбольшую цікавість у специалистов выкликает активность бизнесменов у районах. У протяг теми репортаж наших корреспондентов. У меня мысль такая уже возникала. Вот для себя работать, самой себе зарабатывать, за свою работу отвечать. Свою справу швачка Святлана Лагутина з Дрибіна розпочала 5 років тому. За гэты час яна пройшла повний шлях от державной занятости и часовой беспрацовности до стиплого, але уласного бизнесу. Каб стартовать, перш за все, женщина звернулась у Центр поддержки и предпринимательства, у яким уже несколько год запар вучат и допомагают отримать субсидию будущим бизнесменам до 2500 рублей. Эти деньги государство выделяет на приобретение оборудования, инструментов. Можно оплатить аренду за первый месяц, коммунальные платежи, купить спецодежду. Если это розничная торговля, то он может закупить первую партию товара. То есть очень существенная поддержка для начала предпринимательской деятельности. Чем будете заниматься конкретно? Ну, строительство, то есть ремонты, отделка, внутренние, наружные, квартир, строительство домов. Ну, вы сами или у вас бригада будет? Ну, изначально сам, и где-то буду брать людей. У области існуе каля 9 тысяч субъектов коммерцийной деятельности. Что год до их, особливо у районах, по крысе додаются новые. И особенно, хочу сказать, повлиял, конечно, указ 235, то есть развитие юго-восточных регионов. Там мы создали вот с момента указа действия 61 новую организацию. Только в этом году 33 новых организаций. В этом году мы создали 2 новых центра поддержки предпринимательства. Один из них – инкубатор. Сегодня потенциальные предприниматели засяроживают увагу не только на сферы гандлю, але и на створении селянско-фермерской господарки. По опошних подликах предприниматели забеспечивают тратину поступлению у областный бюджет. Седа Каспарова, Виталь Алексеенко, Новини Регион.